Вы хотели меня видеть? Будет экзамен? Кристальная империя вернулась. Вы хотите, чтобы я помогла защитить целую империю? Именно ты. И только ты. Но если я не смогу? Скажем так, не только империя вернулась назад. Вперед! Блистастика! Пока Каденс тратит все силы на поддержание своих чар, а я слежу за ситуацией на севере, мы не можем ничего узнать о кристальных пони. Кристальные пони? Хотелось бы помочь, но, кажется, я не помню ничего до прихода к власти короля Сомбра. История Кристальной империи. В книге упоминается кристальное сердце, центральный элемент праздника, и я вырезала его из кристалла с помощью магии. Цель кристальной ярмарки — поднять дух кристальных пони, чтобы их внутренний свет зарядил силой кристальное сердце для защиты всей империи. Кажется, у нас проблема. Не знала, что это настоящая реликвия. Ничего, Искорка. Искорка. Пони, милая пони, тебя так долго ждали, милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам, приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба — это чудо. Империя в опасности. Я найду кристальное сердце. Нет, твое место рядом с Каденс. Ты нужен ей, Шайнинг Армор. Я верну сердце. Да, за дело! Я все время думаю, как выполнить задание принцессы Селестии. Мне нужно вернуть кристальное сердце. Но найдется работа и для тебя. Говори! Вы все должны следить за тем, чтобы ярмарка продолжалась. Что? Когда эта штука приближается к империи? Ярмарка нужна, чтобы поднять дух кристальных пони, чтобы их свет зарядил силой кристальное сердце. Да, и... Если кристальные пони узнают, что король Сомбра снова пытается вернуть власть над империей, их дух будет сломлен. И кристальное сердце уже не сыграет роли. Мы не сможем заставить его работать. Они должны веселиться на ярмарке. Проводить ярмарку, развлекать кристальных пони. Ясно, все ясно. Искорка, береги себя. Да. Что узнала, что там предлагают аквагрим для малышей. Ага, это можно сделать. Что задумала Искорка? Он обожает разрисовывать свою мордашку. Кто хочет рожок? Я хочу рожок! Кто еще хочет рожок? Я хочу рожок! Искорка, стой! Я пойду с тобой. Нельзя. Я должна сама вернуть кристальное сердце. Я знаю. Обещаю, когтем не пошевелю, чтобы тебе помочь. Даже когтем, Спайк. А куда мы направляемся? Кажется, я знаю, где король Сомбра мог спрятать сердце. В замке? Король рассчитывал, что ни один пони не осмелится искать сердце в его замке. Ведь они слишком боялись его. Надеюсь, ты права. Я тоже надеюсь.
уставился. Да, так я и думала. Радуга, кажется, мы должны были вести себя естественно. Вот именно. Я хочу сказать, может быть, я отвлеку кристальных пони от фальшивого сердца, а ты блеснешь своими талантами в турнире. Да, при виде меня все пони приходят в отличное расположение духа. Вперед, рыцарь Флаттершай! Время пришло! Как настроение? Вам здесь весело? Мне не было так весело уже 1000 лет. Вот и здорово! Нужно укрепить дух любви и единства, чтобы зарядить кристальное сердце, верно? Очень хочется увидеть его до церемонии. Прошло уже столько времени. О, понимаю, но, здесь становится жарко. Разрешите предложить прохладный кристальный напиток? Да. А вы уже попробовали кристальные закуски? Это по рецепту Кристальной Империи. Вам точно понравится? Кажется, рыцарский турнир вот-вот начнется. Это нельзя пропустить. Поторопись, Искорка. Эти кристальные пони любопытнее кошек. Оно должно быть где-то здесь. Обязательно должно быть. Не трогай, Спайк. Наказы Селестии. Когда империю наполняют любовь и надежда, эти чувства разносятся по всей Эквестрии. Но если страх и ненависть... Конечно! Ай! Что, ты его нашла? Нет. Потому что это вовсе не замок короля. Но разве не здесь он жил во время своего правления? Здесь. Но выглядело все не так. Ух ты! Когда ты этому научилась? Этому трюку меня научила Селестия. Стой тут. Как скажешь. Ты уже видишь, что там внизу? Пока нет. Я даже не вижу конца лестницы. Спайк? Да? Выгляни наружу! Да, кристаллы! Дело плохо! Похоже, магия Каденс слабеет! Быстрее прежнего! Что ты здесь делаешь? Я не знаю. Я просто открыла дверь. А теперь ты должна уйти. Но куда же? Меня это не волнует. Ты провалила задание, Искорка. Я не понимаю. Задание... Ты не перейдешь на следующую ступень обучения. Более того, твое обучение закончено. Но вы не говорили, что откажетесь меня учить, если я не справлюсь. Неужели? Но что мне делать?
Искорка! 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 Ты так долго пробыла здесь внизу, я звала, ты не отвечала. И я жутко разволновался и спустился вниз, а ты просто смотрела в стену. Я звал тебя, но не мог достучаться. Она что-то смотрела. Это же просто стена. Понивиль? Как я здесь? Нет! Я не хочу уходить! Прошу, Искорка, не гони! Темная магия Сомбра. Это портал к твоим величайшим страхам. Мы были дома, и ты сказала, что я тебе больше не нужен. Ты выгнала меня. Не волнуйся, этого никогда не будет. Я ни за что тебя не выгоню. А еще я не провалю задание. Что там такое? Лестница. Очень-очень длинная. Может быть, в этот раз пойдем вместе? Но, знаешь, если тебе это не важно... Ладно, в другой раз я ударю слабее, но не очень слабо. Я дорожу своей репутацией. А может быть, это опять его магия? Если он может открыть дверь в твой худший кошмар... Почему бы не сделать бесконечную лестницу? Держись за меня. Извините, простите. У меня заканчиваются материалы для плетения в мастерской ремесел. Я только что сделала шляпку из трех пучков соломы и трубочки. Вышло красиво, но все же... Мы должны продолжать праздник любой ценой. Принцесса совсем ослабла. Боюсь, ее магия долго не продержится. Все будет хорошо. Эти пони запустят кристальное сердце, когда придет время, и нам уже не понадобится ее силы. Надеюсь, это время скоро наступит. Даже я не смогу веселиться вечно. Ай-хай! Это не кристальное сердце. Конечно же, нет. А настоящее уже в пути. Я хотела сказать, его полируют, чтобы выиграть время. Кристальное сердце. Иха! Я вызубрила заклинание гравитации прямо перед экзаменом. Получается, к этому я оказалась готова.
сердце? Где же кристалл? Здесь! Ты его уронила, оно прикатилось ко мне. Не двигайся! То есть отойди! Только не сюда! Как я могла быть такой глупой? Я так старалась достать его! Даже когда я увидела, что там творится, я... Ты должна выбраться, Искорка! Именно ты должна принести кристальное сердце принцессе Каденс, чтобы выполнить задание Селестии! Король Сомбра уже напал на Империю. Он вот-вот доберется до кристальных пони. До принцессы Каденс, моего брата, моих друзей. Мне может не хватить времени, чтобы выбраться отсюда. Тебе самому придется принести сердце на ярмарку. Мне? Но, Искорка! Иди! Но... Иди! Настоящее кристальное сердце вот-вот прибудет. Я не уверена, что они поверили. Я не уверена, что сама верю. Он здесь! Я этого не вынесу! Король Сомбра! Кристальные рабы! Сердце вернулось. Используйте любовь и свет внутри вас, чтобы изгнать Сомбра. Что? Нет! Нет! Стойте! Молодец, Спайк. Вот бы так было всегда. Вы видели, как красиво сверкала моя грива? Как говорится, хорошего понемножку, Рарити. Теперь все наладится. А тебе пора прекратить вечно спасать меня. Мне уже стыдно. Но ведь в итоге всех спасла не я, а наш Спайк. Это просто экзамен. Может, можно пересдать? Не думаю, что она даст мне второй шанс. Держись, приятель. Нужно быть сильным для Искорки. Как чудесно. Хотелось бы, чтобы в итоге я спасла положение. Но не вышло. Искорка, насколько я поняла, Спайк доставил принцессе кристальное сердце, потому что ты не была уверена, что успеешь выбраться из башни. Ты решила не рисковать будущим жителей Кристальной Империи ради личного успеха. Намного лучше иметь ученицу, понимающую значение самопожертвования, чем ученицу, преследующую только личный интерес. Но это значит...
Она точно не справится. Держись, приятель. Нужно быть сильным для искорки. А! Я справилась. Тебе хотелось победить, своим умением удивить. Прочь сомнения, вижу я, преодолела все сама. Задание справилась на 5. Высокий балл смогла набрать. В тебе не сомневалась я, ведь ты же провалиться не могла. Все сомнения прогони, знаем, что спасешь целый мир. И значит ты, значит я, и значит ты, значит я, и значит ты, ты победишь. Да, я всегда знал, что все будет хорошо.